Уже 70 лет прошло, как закончилась блокада Ленинграда. Но свидетели тех страшных событий по сей день среди нас. Ко дню снятия осады специалисты Министерства труда и социального развития побывали в гостях у Евдокии Матвеевой. В 11 лет она пережила самые тяжелые и трагичные дни для города на Неве. В Дагестан Евдокия Матвеева приехала после освобождения города. Работала на Махачкалинской нефтебазе и за многолетний труд была удостоена ордена трудовой славы. Напомню, сегодня в республике проживает 13 жителей блокадного Ленинграда, и все они через управление социальной защиты в городах и районах получили поздравления и единовременные денежные выплаты, приуроченные к юбилейной дате.